спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. Во вторник в Самарской области ясно и малооблачно, без осадков. Станет прохладнее. Дневная температура 17-19, тепла ночью плюс 11, плюс 13. Ветер северо-восточный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани облачно, днем плюс 18, ночью плюс 13 градусов. Северо-восточный ветер, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 18, ночью плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. В Самаре безоблачно и без осадков, плюс 17 градусов днем, ночью плюс 11. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 37%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.